Друзья, добрый день, с вами компания QI Store, и сегодня у нас на обзоре беспроводное зарядное устройство планеты Меркурий белого цвета. Вот такое вот зарядное устройство, белый цвет, действительно белый цвет теперь. Вот так вот она выглядит, если мы откроем упаковку. В чем отличие? Беспроводное зарядное устройство белого цвета, оно имеет некоторую шагрень благородную. Если у вас есть столешница из искусственного камня, либо что-нибудь с такой примерно фактурой, это беспроводное зарядное устройство идеально впишется в ваш интерьер. Беспроводное зарядное устройство имеет снизу разъем microUSB, соответственно, практически любой кабель можно подключить к этому зарядному устройству. Здесь увеличенная юбка, если вы будете делать отверстие в столе сквозное для беспроводного зарядного устройства и немножечко расщепите края, то эта широкая юбка закроет края, не будет видно дефектов. Беспроводное зарядное устройство имеет сверху индикацию, при этом индикация скрыта от посторонних глаз. Визуально на выключенном зарядном устройстве всего лишь белая глянцевая поверхность. Если мы подключим зарядное устройство, мы увидим индикацию синего или красного цвета в зависимости от ситуации. Беспроводное зарядное устройство планеты Меркурий поддерживает три мощности: 5 Вт, 7,5 Вт и 10 Вт. 7,5 Вт это ускоренный заряд для iPhone, 10 Вт ускоренный заряд для Samsung. При этом зарядное устройство Меркурий сертифицировано в России. Сертификация действует по всему таможенному союзу и подразумевает использование практически во всех заведениях. Соответственно, у вас есть надежность в производителе, вы не приобретаете непонятное качество. А ведь сами понимаете, ваше качество – это ваше заведение, вы должны следить за ним. Давайте попробуем подключить это зарядное устройство и посмотрим, как оно работает. У нас уже заготовленное отверстие в столе 60 мм в диаметре. У нас есть провод microUSB, который как раз идет в комплекте, он белого цвета. И мы подключаем его к нашему беспроводному зарядному устройству. Как мы видим, появилась индикация красного цвета. Индикация красного цвета предполагает, что зарядное устройство сейчас находится в режиме ожидания. Возьмем наш телефон и положим на беспроводное зарядное устройство. Сразу же пошел заряд. На телефоне сразу видно, что идет быстрая беспроводная зарядка. К этой беспроводной зарядке у нас подключен адаптер питания Samsung Fast Charge, стандартный, который идет в комплекте с телефонами Samsung. Если у вас нет телефона Samsung с этим адаптером, либо просто утерян адаптер, можно воспользоваться любым адаптером, который поддерживает технологию Quick Charge. 2.0, 3.0, без разницы, зарядное устройство в любом случае будет работать. И немножечко о деталях. В комплекте у нас идет инструкция на русском языке. В этой инструкции вы можете найти некоторые сведения о эксплуатации зарядного устройства, как оно устанавливается и гарантийные обязательства. Повторюсь, все на русском языке, никаких проблем с пониманием быть не может. Это не перевод, это зарядное устройство и инструкция, которая разработана конкретно в России. Вот такая вот зарядка. Приобретайте, пользуйтесь. Компания QI Store. Спасибо.